С каким оружием впервые ХС прошел? С мечом. Угу. Ну что, тогда вот давайте маленькое это голосование устроим. Так, чисто, что мы сейчас будем делать. Голосование. Бля, а ты только что проснулся? Да. Охуеть. Слушай, ну почти восстановил режим. Почти, почти, за малым осталось тут. Я вообще хотел, вот, когда я хотел еще подрубить, у меня тут, короче, был другой замес. Я, короче, открыл 20 тысяч вкладок с Озоном и с этим, с Яндекс.Маркетом. Короче, хотел, чтобы мы вместе, сегодня, вчера, получается, был день рождения у пиздючки. Мне нужно было выбрать ей какой-то подарок, я вообще нихуя не понимал. Это такая ситуация идиотская, смотри, получается Новый год, да, на носу? Угу. У этой еще день рождения. Она говорит, Максим говорит, я хочу приставку. Она не в одуплете, что это вообще такое. К чему, я говорю? К чему, говорю, вообще все это, блядь? Она говорит, я хочу приставку. А я понимаю, она от компов вообще далеко. Она, ну, не понимает. Она знает, что у нее у подруги есть PlayStation. Для нее, значит, приставка это PlayStation. Без номеров, без всего. Второй, третий, четвертый. Какая нахуй разница? Я сначала... А их, короче, нет. Я смотрю, PlayStation 4 стоит... 30 тысяч. Я думаю, ты что, сука, я молодец, я сейчас, сука, зубы сломаю. 30 тысяч за четвертую PlayStation в тот момент, когда вышли новые приставки, вот буквально. Вот буквально. Ну да, ну да. Слушай, этот. Раз ей похуй на цифры, раз она не сечет в них, просто вторую плоечку покупаешь и. Вторую курочку? Гриль? Плоечка. А, плоечка? Вторую плоечку, да. И все. Да, да. И надо ей будет... Главное представить, сказать, что там... Мля, ты играла в Silent Hill. Это гений мысли, отсылки, ужасы. Ты поймешь лет через 5-10. Поймешь лет через 5-10. Да тебе понравится. Да не поймет. Никто еще не понял, о чем там вообще речь. Battle Royale Mob, Eternal Return, Black Survival. Что это за говно? Black Survival. Слушай, мне кажется, детский гейминг он вполне укладывается в рамки типа какого-нибудь смартфона из-за заряда. Там вот эти игрушки, которые детский гейминг. Абсолютно ты прав. У них все на телефонах. Им это нахуй не надо. Она просто знает, что есть некая приставка. Что существует некая. Такое понятие, да, в мире. Она мне сказала... А тут как, блядь, с детьми? Ты типа либо делаешь нормальный подарок, а если ты выебываешься, вот если б я ей принес какой-нибудь Switch, да, или что-нибудь в этом плане, она бы посмотрела и подумала, ёб твою мать, дядя дебил, принес что-то вообще, что он вообще принес? Я говорю, знаю PlayStation, а что такое Switch, никто не знает. Ты не понимаешь, куча 30-летних дрочат на животных, вот, на острове, вот, да, блядь, да, ты не да, понимаешь. Да, Animal Crossing. Короче, я не знал ни хрена, что ей подарить. Как возможно так, что сейчас на носу Новый год, а ближайший предзаказ Xbox этого S-Series, который дешевенький, который кайфовый, он аж на февраль. Да-да-да, сейчас все раскупили. Блять, а еще вот эти конченые перекупы, они тоже скупают массово, типа всю хуйню. Купи первую, не слимку, здоровая хуйта. 3D овощи, нет, ни у кого нет такого. Слушай, было бы E16, это совсем другое. Там, типа, там начинаются эти понты с углублением. Слушай, а знаешь, что это хуйню, которая, типа, этот детский компьютер, вот такие раньше были, которые, типа, нажимаешь, там, корова делает му. Да-да-да-да. А я стоял, смотрел, думал, знаешь, это самое, там еще есть, короче, часы такие, смарт-часы. И они тоже разделены, либо огромные взрослые, которые размером вот, циферблат с ее голову, типа реально мужские, либо вообще дебильные, понял, из красной дешевой резины, вот как вот, когда, знаешь, нажимаешь на этот циферблат, он открывается, а там внутри квадратные жвачки маленькие, вот такая хуйня. Блин, слушай, жова прям типа на руке, пиздато надо бы здесь. Блин, трахуни, смотри, говорит, смотрите, заходит ко мне, значит, на стрим тип. Мне, блядь, ко мне на стрим заходит тип, кидает ссылку на радио и говорит, причем спамит. Ну, братан, включи, пожалуйста, мне уже остоебенило слушать электрохуйню. Не понравится, выключишь. Он, бля, приходит и мне, короче говоря, он мне себе музыку заказывает. Братан, это знаешь, типа, как в чужой машине, кто за рулем, тот музыку и ставит. В натуре, а мне думаешь, ты слышишь, что он вообще? Бля, братан, слышишь, Тимур... Блядь, я сейчас сознание потеряю. Он вот это вместо электро... Он говорит, мне уже заебал электрохуйню слушать. Поставь это. Сейчас мы, блядь, расслабон поймаем. А, я хуй. Slayer номер один. Metal, блядь. Doom радио. Beats to Rip.
Tier 2. Турип, ёпту. Что ты в два ночи понедельника собрался под эту музыку делать, блядь? Не знаю, надеюсь, он надо мной пошутил. Я надеюсь, что это была шутка. Я не верю, что такой тип мог такую хуйню исполнить. Заказать себе музон, блядь, да еще и такой. Так, ладно. Электрохуйня заебала. Давайте я найду радио чего-нибудь такого лайтовенького. Так, сейчас. Да, в натуре купи эту триколор приставку. Там, типа, знаешь, все телеканалы российские. Она такая, типа, прикинь, американцы нас пиздец хотят просто. Они наш биоматериал собирают русских. Слушай, если я куплю приставку триколор, я ее куплю только в том случае, если мне лично продаст этот хрен из уральских пельменей. Чтобы он ко мне так близко к лицу подошел, так заглянул в глаз, как в рекламе. И 10 часов начинает это ту-ту-ту. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, все верно. Так, ладно, что-нибудь ставим такое просто очень легенькое на фон. Я не знаю, что именно это за радио, но тут у меня ничего залайканного, так что нормально. Заказываю, говорит, якузу за столик. Короче, пацаны, подари ей куклу. Какая кукла? В этом возрасте уже им вообще похуй на куклы. Какие куклы? В 20-м не бинарном, а сексуально-нейтральном году. 20 натуре на дуре. Даришь подушку, она потом уже сама ее делает под все, что нужно. Нет, это у них детство, это не наше детство, это что-то другое. Короче, я в натуре был в шоке, я не знал, что делать, я не знал, как вообще, что предпринимать, эти лего, эти игрушки, все это такая хуйня, Oral-B ей притащить, короче, она не поймет. В итоге день рождения прошел, я сказал, что как только откроются предзаказы Xbox, я, короче, нам на двоих его возьму. Короче, скорее всего, у меня, ну, это типа счет нахуй Нового года, мне не ебет. Так что у нас будет, наверное... У меня будет, она 2 недели поиграет, забудет, я заберу себе Xbox S-очку, короче, не знаю, что я стримить, наверное, нельзя. Или друган просто ее прошьет и продаст. Да, или она ее прошьет и продаст, блядь, это точно. Да-да-да-да-да, ну вот, взял ей этот фотоаппарат моментальной печати. Прикольная штука, я бы себе сам такой взял. Не слушай, да, забавно, тебе с подружкой пофоткаться. Да-да-да, взял и зарядил этих картриджей, блядь, ну, там и сразу альбомчик маленький под эти фотки, ну прикинь, Вась, ну если бы мне такое подарили, когда я был девочкой в 9. Слушай, нормально придумал. Нормально придумал. Ну да, и как бы, якобы едет приставка, якобы она едет, но... Радио Шансон, говорит, включим. Так, мне надо чуть-чуть погромче музыку сделать, а то она совсем что-то падшая у нас какая-то. Я думаю, часика 2, да, будем стримить? Да, я не знаю, ну, наверное, я не знаю, пацаны. Как стримится, тогда стримится, как постримится, так и будет. Я как, блядь, приворот ебанул на стрим. Как постримится, так и будет. Короче, в итоге, чё? В итоге что-то я ничего не понял, блядь, умный браслет Honor, ну это говно, что значит умный браслет, это фитнес-браслет, вон я вижу, он шаги считает, это они меня наебывают. Ну да, есть такое. Эти черные пятницы, ни хера нету, ни черта у них нету, болгарка за 5000, а в чем суть этой черной пятницы, слушай, Adidas есть, на Adidas, что там, Hugo Boss, погоди, давайте я расшарю. Шикарный костюм. Шикосный. Тройка. Троечка. Ой-ой-ой, она что, беременна там лежит? Так, о, Nintendo, слышишь? А это что такое? Это типа Switch, который не разъединяется за 15 рублей? Да. Ну-ка, надо посмотреть. Слушай, ну ты, как бы, когда она скажет, мам, купи мне игру, мама придет игру смотреть, нам она по 10 тысяч, блядь. Да, это самое страшное, то, что там игр нету. Да. Это только начался стрим. Да. Защитные маски. Добрейшее утро, ребят. Всем доброго. Хочу такой, чтобы быть как в джентльменах. За 5000, а посмотрим, как он на этом. Слушай, с таким только с Бузовой на свиданку ходить. Точно. Только с Бузовой. Нет, слушай, а чё, блядь? Пора становиться взрослым. Так, о, братан, фея порядка. Швабра с чем? Странно, швабра с чем-то. Какой-то сборник. Расист. Сексист. Так. Слушай, галлон санитайзера ей можешь подогнать, и вот маски какой-нибудь. Ну, с ней мы уже закончили, я хочу, короче, второе, пацаны, в чем прикол, почему у меня там столько вкладок, сейчас я вам все покажу. Я, короче, решил, что мне надоело, спустя 26 лет, что последний раз, когда я чувствовал дух Рождества, новогодний вот этот праздник, да, когда вот эта реклама играет, Кока-Кола, ты сидишь дома, тебе все в попу дуют, блядь, всех готовят, все вокруг суетятся, ты только вечером лутать подарки будешь. Кайфы, блядь. И я, короче говоря, так как уже давно все мы потеряли это ощущение, я решил, что его нужно срочно возвращать, и я могу себе позволить, я достаточно взрослый сейчас, уверенный мужчина, я хочу, короче, взять себе каких-нибудь
гирлянд, блядь, каких-нибудь. Знаете, как в ТикТоке в рекламе, типа на окно вешаешь, и с другой стороны, как будто на окне такая светодиодная картинка какая-то такая новогодняя. Или чего-нибудь, каких-нибудь там приблуд. Ну, это, ой, блядь, ну это не совсем то, это какой-то телефон. Это вообще тоже где-то, это унитаз какой-то. Так, пацаны, это что, я не знаю, что я показывал. Вот, например, вот такую хрень я заказал уже. Но это только, это единственное, что я заказал. Я хочу украсить хату к Новому году, причем не внутри, а снаружи, чтобы все снаружи думали, что у меня весело. У тебя частный дом, типа, а ты будешь там на лужайке этого Дед Мороза поставить. Слушай, признайте, ты этого медведя добавил уже в корзину? Не-не-не, вот только вот это купил, только вот это. А медведя нахуй я открыл? Обсудить с вами медведя. Слушай, ну просто за 700 рублей, ну я не знаю, пацаны, за 700 рублей. А что это за хуйня? А вот, короче, вот эта вот хрень, ну, как бы светится, стоит, понял? Как бы тонкая стеклянная залупа светится вот так вот. Не знаю, на меня, если честно, вот это вот, типа, якобы веселье производило, наоборот, обратный эффект. Типа, я вижу, типа, что тут гирлянды, висят, это все красота, а вот зайдешь в эту квартиру, а там сидит этот сын, блядь, ему мать, говорит, отойди от этого своего компьютера, хотя бы на Новый год посетится. Нет. Типа, батя уже такой, Во-первых, никто в квартиру заходить не будет. Тип говорит, либо ты очень добрый, либо у тебя кризис среднего возраста. Я не понял, при чем тут добрый, нахуй? Кого я сейчас задобрил тут, блядь, не пойму. А во-вторых, почему кризис среднего возраста? Ну, хочу, ну, повзрослел, тип говорит, ну, возмужал. Ну, типа, хочу самолично елку поставить, ну, в натуре. Это она стоит все равно. Она стоит все равно искусственные копейки. По-моему, да? Я очень надеюсь, что копейки. Ой, это G-Point оригинальный? А это должно 800. Кстати, где-то мир, мне нужно как-то с миром связаться. Я ему не оплатил комиссионы. Мне нужно с ним срочно связаться. Так, что там? А, слушай, можешь куча распечатать гигантские эти принты своих вот этих вот хуи, ну, вот эти, которые тебе рисуют. Ну, прошу прощения, не хуи, но картин. Вот, и их, короче, из окна вот так вот развесить. И все такое, типа, вот смотрите, вот это, я так выгляжу в воображении людей. Сиськами и собака. Это арт, старенький арт, но очень в тему. Ну, не старенький, он свеженький, но все еще в тему. До сих пор в тему. Так. Макс, подруби поддержи, попробуй на фон поставить, пока решаете. Тип говорит, говорит, Макс, говорит, хуйня, зачем тебе эта сопливая хрень? Пиздец, берсерк, пиздец. Мужчина. Он, знаешь, он на Новый год трупы врагов вешает. Слушай, он сказал, я ведь действительно не имею ответа. Я могу его оскорбить, что он типа... Ну, я могу придумать, как его оскорбить, но ответить я не смогу. Зачем мне эта хрень вообще? Что происходит? Не-не-не, вообще это имеет смысл. Некий. Слушай, простите, хороший канал, но как-то очень хтонически звучит, если честно говоря. Хтонически звучит, блядь. Вот мы позавчера услышали это слово, я его вчера услышал, ты его еще сегодня повторил. Хтонический. Ты хоть посмотрел описание, что это значит вообще? Хтонические существа, земля, почва, во многих религиях существа, изначально олицетворяющие собой дикую природу. Ну-ка. Для меня хтонически сильно ассоциируется с этим, с Ктулху. И вот всякими, знаешь, такими типа темными богами. Не-не, это понял, что? Это, короче говоря, когда олицетворяют, когда какие-то вещи типа гром, землетрясение, извержение вулкана представляют как какое-то существо, которое это делает. Типа это вот ну, бог вот грома, да, хтонический. Бог грома, хтонический. А, ну это же есть эти, блядь, все боги эти, из этой мифологии, блядь, греческой, они хтонические. Они боги урожая, всякого говна там. Не, я во второй не играл, второй мне что-то еще не понял. Ну, я играл пару раз, но я так и не допрошел. Кому ты еще 800 одолжил, пацаны? Да смурфику, блядь. Как тебе, сука, повезло, что у тебя этот молоточек есть, смурфик. Я тебя так забанил, скотина. Украсить хату. Короче, ладно. Хочешь, чтобы я ему одолжил, прикинь, на вов ебаный. Бери, братан, пиши, потому что, по сути, все игры на хуане. Я не буду брать PlayStation 4, блядь, она стоит 30 тысяч. Я еще стою, а рядом мой любимый, я все лето бредил о электросамокате. Я на прокат все лето катался на электросамокате по набережной, на прокат брал. И я прям спал и видел, как у меня будет свой собственный, чтобы я мог в любые дороги покорять с ним. Куда хочу поехать? А че ты? А ты пробовал сам?
Самокаты. Нет, не надо мне... Ты пробовал сам, я говорю? Самокаты? Нет. Не круто. Блядь, ты посмотри на него. Да. Прости? Или нет? Ты пробовал или нет? Нет, не пробовал. Вот и все. Я тоже до того, как не пробовал, думал, чё, самокат, электро, пошел нахуй. Один раз я сходил, покатался в начале лета. Блядь, мы потом, говорю, нас потом было не отбить. Мы потом по 18 человек туда ездили просто. Ну, у нас, во-первых, набережная оборудована для этого. Просто супер ощущение. Мне никто не верил. Каждого. Вот, блядь, я сейчас как вам, так и им, блядь, буду рассказывать. Слушай, каждого я... приходилось лично посадить перед собой мордой, взять за голову и давать установку. Глаза в глаза делать. Знаешь, как Константин с кошкой, вот так вот. Такая же хуйня. Ноги в тазик ставлю, типа лоб к лбу прижимаюсь и начинаю, говорю. Поверь мне, я никогда не советую хуйню. Поверь мне, это лучше, чем ты думаешь. Очисти разум. Будь непредвзятым. Поверь мне. Это весело. Это лучше всего. Нет, это не весело, братан, это лучшее в мире. Хуя ты. Нет, это правда. Надо было подарить тогда электросамокат. Ты чуть сказал внучке. Она умрет. Очень медленно. Ты без мотора. Очень медленно. Она в меня врежется. И умрет. Слушай, нет. Я не деревенщина, я крутой. Я скейтер. Скейтер. Я, короче, установка на понос, да. Я смотрю. И это PlayStation стоит как самокат. Я понимаю, что я ни в жизни не потрачу, блядь, на эту бесполезную приставку, четвертую плойку. Уж лучше дождусь Xbox'а. Ладно. А сколько бакса стоило? Кто? Ну, вот эта, которую ты хочешь заказать, сколько стоило? Кого я хочу заказать? А, Xbox? Да. Бля, сейчас вспомню. 26, по-моему. 26-30. Ну, а, не, хуйню несу. Подожди. Xbox Series S. Сейчас загуглю. Xbox Series S. А, ну 26, судя по всему. А, ну смотри, что это? Это Xbox One. Что они нахуй несут? Ну, как бы вот. 27 тысяч, да. 27к, ну 3к докинуть и купить. PlayStation 4? На котором, типа, куча прикольных игр выходила вроде как. Блин, вы слышите, что он несет? Он говорит, вместо того, чтобы купить следующую приставку, взять опять PlayStation 4. Там на который... Bloodborne вышел. Да я ебал, ты представь, какой Bloodborne? Во-первых, Bloodborne я 3 раза прошел на Ютубе, 1 раз самолично, а малой Bloodborne, если я дам ей в руки джойстик с Bloodborne, она вообще не поймет смеха. Да а что, точно 26, что так дорого? Погоди. А ей что-нибудь другое. Ну, например. Другое, я не знаю. The Last of Us, хуй знает. Второй, где этот здоровенное бабище ебется. Да. Пацаны, вы что меня подводите? А что, она того не стоит? В Эльдорадо. Нет наличия, само собой. Чел какой-то зачем-то мне пишет в ЛС, чтобы ты прочекал донаты, и он там тебе что-то написал про Xbox Series S или X. Что такое? Почему так усложнять? А в чат... Ну да. Ну сейчас сделаем. Блин. Почему вы все так против Xbox? Там же 500 рублей платишь, и у тебя все игры. Слушай, просто... Вместо этой плойки, блядь, там идет, слышишь, вместе с плойкой, я смотрю, за 30 тысяч идет Человек-паук, Horizon и какое-то говно с гонки какие-то. Она, ну, слушай, ну... Человек-паук, ну, я думаю, ей понравится. Ну, типа, Человек-паук. Такой, по городу, Вита, типа, там такая, блин, я смотрел, а там... А что я потом сделаю с плойкой через, блядь, 3 недели, когда она настахереет? Ну, себе возьму. Слушай, хорошие игры надо. Есть на плойке. Да, по-моему, было большое количество хороших игр. Типа, эта плойка четвертая не просто так разъебала Xbox One. Почему ты так топишь? Я злюсь. Что ты меня обламываешься? Может, я злюсь? Не, слушай, просто если у тебя есть ПК, то типа, ну, который тянет игры, то в целом бакса особо не нужна. А если ей нужно поиграть просто пару недель, то почему бы не взять, типа, плойку, на которую можно будет взять игры, которых нет на ПК? Я с говно не покупаю. Слушай, если нужно поиграть пару недель, я бы мог ей купить сквиш. А, слушай, купи ей 40 килограмм вот этих слизней. Слаймов? Слаймов, да. А, кстати, нормальная тема, кстати. Ага. Меня потом мать убьет, потому что все ковры в этой хуйне. Ай, ладно, понятно. Я не знаю, пацаны, если честно, меня все это в тупик ставит. Я, получается, Xbox... Я думал, короче, с пацанами навыбираю все их хуйни на новогодние праздники. В итоге я ничего не беру. И дом не украшаю. Забатил консольную войну в чате. Это ужас. Это ужас, забатил консольную.
Поиграли, хватит, пора браться за дело, стримы все это хуйня такое скользкое, нестабильное. Сегодня стримишь. Не знаю, братан, по-моему, все вот самое стабильное, что я видел за жизнь, это вот стримы, блядь. Я единственный из всех, всего моего окружения, кто не менял род деятельности. Потому что я нихуя не делаю, как ты поменяешь род деятельности, ты нихуя не делаешь. Пора не забавлять. Макс, не слушай. Ребят, расслабьтесь. Поменьше слушай, а не саму. А вы что думаете, сам я не слышу? Он как этот, он как нашист. У него речи крайне радикальные. Он даже не дает шанса, блядь, чему-либо. У него радикально-радикально с плеча рубит. Ладно, пацаны, я не знаю теперь насчет Xbox, но пятую PlayStation я точно покупать не буду. Типа, это просто отмена. Нет, это что, ради чего, ёпта, блядь? Я на компе в игры не играю. А там такое говно еще и так дорого. Переоцененная параша по типу айфона. Во-во-во-во-во. Блин. Да. Да, ладно. Блин, я еще какую-то херню сделал. Я взял ей это самое. Она хотела наушники. Я, короче, взял ей эту самую. Я, короче, купил этот фотоаппарат, который фоткает моментальной печати. Фуджима или как там? Да, что-то такое. Да, что-то такое. Кстати, он реально японского производства. Ну да. Вот. И взял эти наушнички, которые, знаешь, реплика от AirPods, но дешевая. Я, ебать, долго стоял, выбирал. Там, короче, есть такой прикол. Половина, они все примерно одной ценовой категории. В районе там, знаешь, ну 3000, а больше уже там неважно. Но у них такой прикол. Некоторые хорошие, а другие ты открываешь, и они как из фрибея, блядь. Они, короче, да, пластмассовые, скрипят, ты их когда захлопываешь, внутри начинают светиться какие-то индикаторы красные и зеленые, они просвечивают пластик, и он как на старых китайских пластмассовых игрушках, то есть весь пластик светится этим светодиодом. Короче, ужас, блядь, полный. Ничего не смог нормально подобрать. Ладно, с Xbox мы порешали, точнее, нихера не порешали. Важно заметить, они сам EPS и iPhone. У тебя? А у тебя Android. Android? У меня Honor, и я на компе все играю. А iPhone когда-нибудь был? Нет. Ну смотри, а тут потреблять. Если сестре бери либо ящик C, либо новый большой ящик, типа ящик C, жидкий по разрешению FPS, 360 разрешение динамическое. Слушай, какое нахуй разрешение? Она в душе не бьет, она играет на телефонах. Какое нахуй разрешение, Смурфик? Бля, просто купи это Fortnite скины, короче, и все. Все что угодно. Не, она я говорю, для нее это очень далекая тема, она не в курсе. Она знает слово приставка, но саму концепцию даже примерно не понимает. Все еще просят зачекать, что там в донате было. Скажи, чтобы цифры люди бабки за перезаливы кинули. Кто смотрит эту запись перезалива, хули не поддерживаем ребят. Ну, пацаны, не знаю, в натуре, если кто-то хотел... О, Джифойнт, это ты, братан, или реплика опять? Я уже спросил, он сказал, что да, это он. О, Джифойнт, здорово, так погоди, а что ты молчишь? Так, сейчас... Ты сказал. Мудрику быстренько. Так, слушаем. А что я, короче, рассказывал? Так, короче, бери плойку, поугарай в играх пару часов. Ладно, я даже не буду начинать читать сообщения, где мне говорят, бери плойку. Я уже в фоне был на этом, на стриме, у него такой свет пиздатый, я прям, знаешь, поставлен, у нас это красиво. Да? Я прям уже за это. Блин, а мне нужно у кого-нибудь спиздить хороший звуковой сетап, а то я уже задолбался на этом старом микрофоне, сколько ему лет. Я так хочу себе какую-нибудь эту аудиокарту чуть попизже взять. Я хотел, знаешь, как, знаешь, я хочу такое, я хочу что-нибудь накрутить на него, чтобы, ну, вообще бархат пошел, как у агента. Слушай, ну, агент, оно такое, типа, у него через кучу там всяких херей. Да, у него там. А вот, знаешь, взять себе вот хороший микрофон и вот эти вот треугольнички, чтобы стояли по кругу. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Ой, хорошо, ой, хорошо. Да, бля, это кайф. Сейчас сделаю, подожди. Слушай, а купи себе на Новый год этот микро какую-нибудь звуковуху. Погоди, блядь, про микро... Я не могу... Подожди, секундочку. Дай прочитаю чат сначала. Я потому что не могу понять, что значит купи микро и звуковуху. Так, по поводу цифры, пацаны. Ну, я не знаю, да, вместо того, чтобы задонатить мне, киньте лучше цифры 50 рублей. Там типы, короче, ну, типы реально стараются. Они делают перезаливы на YouTube, делают перезаливы себе на канал. У них там сам паблик очень хорошо оформлен, обставлен. Я лично им, ну, скидываю по возможности. Правда, еще, ну, немного. Там, не знаю, я, по-моему, за все время им... Ну, 1003, наверное, задонатил. Но по 50 рублей, если кто-то хотел, кто-то скинется за такое дело,
Хорошее дело. Блядь, что хотел сказать, забыл. А, они при этом не тратят на себя, они покупают какую-то херню там, типа, ну, для этого, для серва их там, или какую-то технику, так что, типа, идет на благое дело, считайте. Слушай, фонд мне советует уже, короче, микрофон хороший. Я как раз таки хотел задаться этим вопросом. Ёб твою мать, ты чё? Ты чё мне такое посоветовал? Мне сейчас сердце остановится. А к нему нужна какая-нибудь хрень? Вообще, к микрофону, он USB или что? Вообще, к микрофону какая хрень нужна? Вообще, мне больше нравятся микрофоны, у которых, типа, нужно их тыкать в аудиокарту внешнюю, а уже аудиокарту внешнюю к компу. Мне кажется, такие самые пиздатые. Слушай, я хотел... А, ну, да, этот вариант я знаю и как бы его и рассматривал. Ты знаешь, тип пишет, да, в гос, он не райс. Призрак Цусимы, чекай, ради нее четвертую плойку купить, тебе понравится. Он да хочет. Я хотел посоветоваться с типами. Я думал, что если нас много, то мы умнее, блядь. Я ошибся. Как нахуй призрак Цусимы за 30 тысяч? Я сам, блядь, себя убью и стану этим призраком за 30 тысяч. За Циму, я что, блядь, по-твоему, в игры так играю, чтобы мне этот призрак. Не, он говорит. Плангплей без хуйни. Братан, я тогда, слушай, ты не против, если я к тебе обращусь за советом, когда у меня руки дойдут до всей этой, до всего этого оборудования? Так, ладно. Поролоновые пирамидки, коробки от яиц, потом поролоновые офигеть, какие дорогие в сравнении. Это правда. Поролон вообще что-то продают там на вес золота. Итак, давайте посмотрим, что у нас предлагает Хуга. Хуга предлагает Тарзана, бля. Зачем мне плавательный шорт зимой? Три раза прическу сменил за три фотки. Да-да. Действительно. Какой вам больше всего мальчик нравится? Ну, это уже давно не мальчик. Ну, там, мальчик, у него даже у него такие сисечки, у него такие, знаешь, холёные белые, не загоревшие. Так, хорошо. Блядь, это кто, сука? Какой-то Барт Лютик, блядь. Богданов, слышишь? Сын Богданова. Еще такой маленький, в нем так мало жидкости. У него еще так мало, да-да, у него еще так мало операций. Все впереди, все впереди. За 8 тысяч, майка. Или что вообще они рекламируют? Я не пойму, что они рекламируют. Короче, тут, короче, прикинь, это самое. А, это не тот был. Там 4 фотки и все типы в разных одеждах. А почему у Хуга Босс модели это какие-то пиздюки? Я не буду брать их. Кто это вообще? Кто эти люди? Я не буду брать ничего у них. Вообще модели, короче, одевал бы в черный этот пакет, знаешь, на голову. Типа, что нехуй смотреть на ебальник, смотри на одежду. Конечно, это вообще пельменный Васян. Я не знаю. О. Пельменный Васян, хорошая кликуха для какого-нибудь этого вора в законе. Ладно, кого обманываю? Я тут не буду брать, потому что у них. Потому что у них цены, блядь. От 100 баксов с одной стороны, от 8 тысяч рублей с другой. 15 тысяч. Хуй, если на Wildberries продаются Nintendo. Может быть, ей реально нужно было взять это Nintendo и забить. Nintendo там игры охуеть. Хотя, конечно, можно прошить его. Можно прошить и все бесплатные игры. Но на ней игры в натуре пизду смешать. Она еще и так не учится, блядь. Параши домой приносят, мать до истерики доводит. Какую нахуй это портативная приставка? О, слушай, купил бы я какого-нибудь репетитора пиздатого. Во-во-во. Как двухметрового. Курсы мог. Защитника, да. Да-да-да. Паладина этого, как его, как ты сказал, репетитора. Паладина репетитора, да. Этот, какими курсы там я может. Хотя сколько игр? На скиллбоксе? Да, типа это дата-майнер, дата-сайнсер. 9-летний дата-майнер. Братан, если ты будешь вспомнить, забанил. Гумись просто. Вчера опять лежал и мечтал, как я ложусь спать, открываю глаза, мне 13, и я первым делом вспоминаю, что надо закупать биткоин. Слушай, ну... Вау. На самом деле, слушай, ну можно, конечно, попроходить и в аникафеха всякие группы, но такое себе. С этим рекомендуют, блядь. Понял? Сам наряжаешься в костюм нормальный. И себе этого паспорту, да. Носильщика ключей. За две с половой. Я не знаю, как он на японском с хуевой озвучкой на русский. Говорит, я иду, хозяин, подождите меня.
Матте, матте, что-то матте, сенсей. Бежит, бежит, перебирает. Еще ноги, ладно, блядь, постоянно. Да, да, у него, видишь, они разъехались по углам. Так, пацаны, я не могу чат нормально прочитать. Если не собираешься игры стримить, покупай бокс, не беси мозги. А через бокс нельзя стримить, да? Да я из PlayStation бы не стал стримить. Пацаны, я вот скачал, я скачал несколько дней назад кучу игр, а стримить их не получается, как видите. Мы сейчас смотрим на Хуга Босс Пиздюка. Уга Босс Пиздюк. Это что такое? Это что такое? Хорошие штаны. Хорошие штаны. Бран, я ее знаю. Как ее? Кто она? Стрим, я не знаю, я не понимаю почему, но это так странно выглядит. Здесь даже кусок сиськи видно. Посмотри. Какая-то хуйня, как будто бы у нее. Она, знаешь, когда белка летяга с этой темой. Слушай, а у меня есть вот эта кофта, скажем так, у которой такая же по длине. Типа, это парень. Это не парень, блядь. Это не парень. Итак, 999 фея порядка, 999 фея порядка, цвет фиолетовый. А в чем заключается... Можно окна мыть. В чем заключается порядок? С того, что ты закидываешь, короче, сюда воды, да? Угу, видимо. И она дозирует туда, на эту хрень. Так это же, типа, лучше всего в мире. Фея порядка, это знаешь, типа будто бы есть и фея любви, вот типа проститутка, и фея порядка, ее младшая сестра, которая типа не вышла ебальником. Фея порядка, у нее глаза, короче говоря, завязаны, как у Редана, она в руках чашу весов держит. Две швабры держит. Две швабры. Слушай, что там говорят? Так, реально книга лучший подарок, ну купи ей книг на лабиринте, там дешевле. Слушай, ну если человек не любит в целом читать книги, то дарить книги бессмысленно довольно-таки. Беру, и беру! Кот смотрит еще. С моющим средством заливаешь туда эту парашу, да? Ну, что-то они говорят, что ломается быстро. Так. Нереально удобная. Одна звезда. Нереально удобная практичная вещь для частых уборок, но прошло лишь три... Бля, братан, говорит, прошло лишь три месяца. Развалилась на две части. Прошло лишь три месяца за 990 рублей. Тип говорит, прошло лишь три месяца, швабра сломалась. Конченые русские. Если ты так... По факту. Итог, по прошествии пяти месяцев использования неутешителен. Я ебанулся. Прикинь, русня с ума сошла. Слушай, ну вообще, типа, хочется, чтобы вещи служили подольше. Я не знаю, если ты жалеешь о том, что у тебя пластиковая швабра за 1000 сломалась через полгода, и ты пошел ставить одну звезду. Юлия, наверное, как она пидорит пол, никто в мире не пидорит. Можно доесть та самая фея у чистоты или уборки. Так, пацаны, я, короче, да, слушай, я это заказываю, все, это я беру. Сюда оставляем. Швабру чистоты? Я ненавижу мыть полы, потому что нужно на карачках стоять. Меня клинит, наконец. Знаешь, я пиздец хочу купить какого-нибудь неебического робота-пылесоса, который еще и полы может мыть. Это хороший, но это где-то в районе 30-ки. Да. Они стоят типа 30-40 там или что-то такое. Так что да, это да. Прям охуеть. Да. Хорошо, что у меня нет своей квартиры, мне не нужно. О, слушай, этот, как его, костюм для хромакей, нормально. О, да в натуре, слышишь? А что тут, есть что-нибудь этот? Чисто будешь ходить, руки, ноги, голова, блядь. Адидас. Адидас, это что, вообще что-то футбольное? Что здесь за этот дзюба-лук какой-то? Steel his look. Слишком одетый для дзюба-лука. Да, слишком. Ну что, на что я рассчитывал? Бришка, а у нее нормально все будет с кровообращением, если так передавило ей чуть-чуть бедра вашими трусами? Мы могли бы и побольше, либо модель не кормить, либо побольше трусы достать. Или это как в этом, или это как в хентае, это типа без этого никуда, без этой штучки. Ну, добавьте в ваш спорт немножко секса. Как вам модель? Ну-ка, давайте посмотрим ближе. А сейчас, это уже кому подарки? Это себе? Я просто смотрю «Черную пятницу». Смотри, это вообще что такое? «Черную пятницу», пока она открыта, скоро новый... Бля, братан, я даже не знаю, такое можно открывать? Ну, мы на Wildberries, если не на Wildberries, то где? Сказал и открыл, конечно. Просто, типа, скоро Новый год и все это говно. Ну, не знаю, может быть, ну, хоть какая-то причина что-нибудь купить есть. А то я говорю, я сижу 4 года, у меня ни хера своего нет. У меня есть, короче, компьютер. У меня есть стол,
его мне подарили. И больше у меня ничего нет. Все остальное комплектом идет с хатой. Так, масочки по 269 рублей. Надеюсь, за пачку. Да, судя по всему, за пачку. Так, ага, GBL-ки, хорошая вещь. Ну, короче... Мне подогнали, это, знаешь, вот эти вот массы, которые типа с серебром, там, или с какой-то такой. Я в такой гоняю, вроде нормальная тема. Извиняюсь, сейчас. Короче, спрашивают про братьев Гримм. Ребят, вы как вообще, хотите посмотреть братьев Гримм? Я не знаю, короче, у нас Hat in Time, братья Гримм. А еще у меня батя попросил ему помочь выбрать... Постримить ему этот Хейдис. Короче... Попросил подобрать ему ноутбук. Он не понимает, ему нужно ноутбук, чтобы он играл в Хроники Хаоса. О, слушай, этот у меня друган брал этот ноутбук от Xiaomi и вообще не жаловался. Блять, что это такое? Я не заболел, все в порядке. Хотя слушай, уже... у меня такая странная хуйня, я раз в пару дней я чувствовал, типа, вот, блядь, заболел. Во-во-во, есть такое, да? Да, я тоже понимаю, вечерком такой сижу и думаю, все, блядь. Схавал говна. А утром просыпаюсь свежак свежаком. Сейчас сижу опять то кашель, то сопли. Ну, пиздец. Но это, походу, просто вот, ну, зима ударила. Так вот, ребят. Ну да, они греются, но ну, всякие, если какую-нибудь подставку купить, мне кажется, которая типа, продувает в комплект. Ноутбук с Wi-Fi и фрешкой. Ты чё, блядь, пельмень уральский, блядь. Слушай, короче, ребят, нам нужно выбрать между Hat in Time. Так, подождите, а у нас там что еще есть? Hat in Time, Snake Pass, Ghost of a Tale, да, то есть три игры такие. Якудза, конечно. Якудзу тип просил до Нового года замарафонить хотя бы один раз. Взял батясу за 20к в июне, пользуется доволен. Короче, надо ему подобрать ноутбук, который будет работать на браузер, чтобы в браузере можно было держать 4 вкладки открытых хотя бы. И игры он не смотрит... Фильмы не играют, нет, фильм даже телефон может потянуть, так что похуй. Так, ну, по сути, короче, да, надо будет что-то сейчас на этом DNS ему подобрать, но там такое говно. Там такое говно. Так, значит, смотрите, значит, у нас выбор, либо что-то из этих игр, либо «Братья Гримм» смотреть. Пишите в чат, один или два. Смотри, а что вот это там вот чуть повыше? Где-где-где? И вот слева женщина просто стоит. Это просто вот это? Фотка? Нет, вот слева. А, да, слева, да? Ага, просто стоит. Слушай, нет, типа... вот это больше на просто фотку похоже. Типа, ну, Инстаграм только на Wildberries. Кагуя, блядь, нет, ну какая Кагуя? Якудза. 1-2-2-1, ребята, это, конечно, хорошо, но а кто не помнит один, это что? Братыш, 2-2-2-2-2. 1-1-2-2-1-1-2-2-2-2-1-2-1 это, по-моему, 2-2. Я сейчас пойду поставлю чайник, принесу себе глоху и воды, потому что я этого до сих пор не сделал. Ребят, мне нужна одна секунда, буквально один момент. Так, погоди. Я еще, знаешь что? Короче, прикинь, я один раз покупал что-то на Wildberries или что-то в этом роде. Захожу спустя годы, и у меня, короче, плашка рекомендуемая, и там, короче, все наполнено хаггисом, блядь. Хаггисом, прокладками и вот такой вот херней. Я не помню, что я купил в первый раз. А с какой целью брал? Просто так? Просто так? А, ладно. Вот, что это за 480 наушники, блядь. А что из. Нет, что из этого? Тут так столько много всего. Не из этого, что-то просто похожее, как будто бы для. Моми. Может, фотку женщины продают? О чем? Вот 500 рублей, вот, да, с наушниками, а там стоит такая типа спортивная. Вот это? Вот вообще девочка. Так. А, вот это? А, да, да. Да вообще непонятно, да, слышишь? Какие-то замеры, походу, схемы продают. Эпюр, этот самый, для студентов, это как эта работа называется, выпускная, забыл уже, диплом. А, это, слушай, это вот, чё? Если бы мне в детстве подарили бы дрель, я был бы так рад. Я бы хуй знает, что с ней делал, вот, типа, прикольно выглядит. Дрель хороший подарок. Ну, я, кажется, еще не играл, но очень хочется, надеюсь, поиграю. Так, в январе, думаю, чё? Взять. Смотри, это что, типа, аппарат ТВЛ для миллионеров? Облучатель, рециркулятор, обеззараживатель воздуха, бактерицидный, ультрафиолетовый. Гелиос. Посмотрите, это Гелиос, это статус.
Это обеззаражено. А сзади, блядь, как при... как это... как кварцевая лампа, твою мать. Погоди, так она и есть, тем и является, собственно. Я бы тебе какой-нибудь, знаешь, взял бы этот кондёр и к нему этот увлажнитель воздуха. Что-нибудь такое. Странные монолиты какие-то здесь продают. Херня. Кондёр. Так, это мы зачем открыли? На тёлку посмотреть? Посмотрел. Он же даже для нас танцует. Под музыку. О, еще один денсер. Так, ладно. Эти нам похер. Я так, на модели чисто посмотреть. Ну, это клоунская тема. Кого в городе так увижу, пацаны, сразу в ебло дам. Не вздумайте выйти. Нет, слушай, нормальная тема. Это типа ты как бы надеваешь ради удобства леггинсу, но говоришь, типа, я не шаболдная. Я не надену. Конечно, конечно, чтобы не было видно. Конечно, тема нормальная, но в ебло дам. Гриб, а все еще... Какая нахуй Ghost of Tsushima? Я тебе сейчас... Уф, я тебе сейчас как ёбну за Ghost of Tsushima. Какой нахуй десноковид? Я не боюсь ничего. Я не боюсь ничего, меня не сломит никакой вирус. О, бля, я вижу по её стойке, как ей некомфортно. Посмотри, она плечи вверх подняла. Мне кажется, её сначала сфоткали, а потом сказали, что это для рекламы. Это её сейчас сфоткали, а потом сказали, что это для нас, не для рекламы. А что, тут отдельно есть, представляете, отдельно купальник, но с жопой все равно. Прикиньте, ей пришлось резко выпрыгнуть из купальника, и тогда они фоткали. Да. Резко выпрыгивает, пока он держит форму. Ай, так, ладно, тут уже озон начинается. Ребят, я быстро сбегаю туда-сюда. Сейчас, быстро. Пошел. Макс, каково твое мнение по поводу мужских колготок, спортивных леггинсов? Так. Нормально, Тимур. Спасибо. Чего будем? Да вот сидим, пердим. Кстати, да, ребят, вы проголосовали, спасибо, но мы не посмотрели, кто выиграл в итоге. Блять, мне стул надо менять, он уже в натуре, сука, на волосках держится. Ты разве не покупал себе кресло? Нет. Ну как, кресло. Это давно было, да? Мне прислали от Thunder X, я не покупал. Угу. Че говорит за манга открытого вкладках? Никогда в жизни ни за что в жизни не покажу. Покажи. Не, никогда в жизни. Закрой на стриме, хотя бы мне покажи. Не, братан, там ничего такого, что чего можно было обсудиться, но никогда в жизни ничего подобного больше в жизни не покажу. Короче, есть вот такая вот хрень, да, пацаны, смотрите, есть такой вот прожектор. Его, короче, ставишь перед... Блин, у меня такого нету. Смотрите, какое ущербанство. Смотри, они типа кайфуют в этом стоят. Это такие, бля, мне в глаз попадает, я хуёво вижу теперь на правый глаз. Ну, подожди, а ты перед чем поставишь? Ну, на балконе. Перед собой. На стеночку. Согласен, говно. Потом, короче, смотрите, есть... Мини-проектор? А, хотел. Я когда я выбирал ей подарок, думал, типа, может быть, вот это говно, типа, взять мини-проектор. Ну, какая разница? Они дети поиграются. Просто трек. Какой? Который играл? Который сейчас играет, да. Так, сейчас уже следующий просто играет, сейчас скажу. Рой, видеоклаб. Ну вот. Предыдущий, нежели который сейчас. И что думал, ей этот проектор купить? Да, что-то думал этот проектор купить. Потом что-то я думаю, с чего они решили так обмануть. Ясно же, что наебывают, что эта тема не 18 тысяч стоит. Ну да, максимум пятеру какую-нибудь там или семеру. Конечно, какой-то мини-проектор, какое-то говно. Во-первых, он работает от сети. Угу. А это уже значит, его на улице не посмотришь. Что-то пиздюки совсем маленькие здесь нарисованы. А сколько лет? 9. И, короче, знаешь что? Я почти его взял. Прости, пожалуйста, ты можешь со смурфика модерку снять? Вот ненадолго. Да, конечно. Смурфик, ты, надеюсь, меня понимаешь? Я, конечно, директор интернета, но отделом заведуют они сами.
выглядит как тепловая пушка. Так суть в том, что я так посмотрел и подумал, прикольно. Вот мне бы в детстве такую притащили, я бы вообще, прикинь, фильм на флешку, мультик на флешку, раз. С друзьями. Как в кинотеатре. Да, да, свет выключили. Свет выключили, с друзьями сели на стенке, смотрите эту хуйню. А потом, короче, смотрю, смотрю разрешение проецируемого видео. 240 нахуй, я думаю, вот это я сделал бы подарочек. Слушай, ну я вот с большим бы кайфом все-таки вот хороший проектор купил. Говорят, на нем играть прям вот вообще кайф. Типа на стену проецируешь белую какую-нибудь и прям... Да? Но он слишком, ну, за 5000 это смешно, нужно нормальное разрешение. Нормально, чтобы светил. Типа это говно, это не игрушка, это типа кусок говна жидкого. Я бы сеськи на таком под одеялом смотрел. Я представляю, как ты ставишь его, на себя проецируешь себе, типа на тело сиськи, такой, ух, охуеть. Только надо изображение перевернуть сначала. На живот ставишь проектор. 320, да, слушай, у меня на Nokia такое разрешение было. 320 на 240. Ты что, мы Смурфика убил? Слышишь, на самом деле у меня на стримах баны бывают, но забанить Смурфика это что-то на уровне... Я разбанил. Это что-то на уровне убить Кеннеди. Бран, он мне, типа, уже сколько, второй стрим просто по ГД пишет, это должно 1800. Я говорю, все понимаю, этого я нихуя не понимаю. Заебешь. Не даст он тебе. Так. Опять же, этот проектор, блядь, как же на картинках это смешно выглядит. Я как будто бы смотрю на обложку каких-то китайских игрушек с рынка. Так и есть, Вась, я же именно этим и занимаюсь, что я несу. Слушай, ну, проецировать чисто на свою квартиру будет выглядеть, ну... Мне так. Нужно, чтобы хозяева хаты увидели, что я украсил квартиру к Новому году. Они меня не посещают, мне нужно, чтобы... Они живут рядом и утром, короче, на велосипедных прогулках часто мимо ездят. Если они увидят, что у меня вот такая красотища, они подумают, какой же хороший парень у нас живет. Наверняка внутри не грязно, наверняка внутри не курит, не заванивает нихуя. Ну, типа, нормальный парень, может даже скинуть мне по бабкам. Блин, они тебе говорили, можно курить это дома или нельзя? Ты что, братан? Нет, конечно, нельзя. Слушай, зачем ты куришь? Это некрасиво. Слушай, я бандит. Мне похуй. Я был бандит. Я квартил на каждой курилке. Я курил на каждой квартире. Меня ничего не остановит. Я поступаю красиво. Я проветриваю. У меня в квартире куча этих, блядь, вонючих приспособлений. Глейды, хуейды, все вот это. У меня в квартире запах всегда хороший. Я ненавижу, когда воняет. Так. А, ну слушай, ну если не воняет, то конечно. Воняет только, когда я вот курю, вот сейчас. Так, сейчас. Я, короче, смотрю, думаю, неплохая тема. Думаю, поставлю на балкон, и будет вот так вот на всю стену балкона, а он у меня открытый. А, типа, вот что-то там гореть, светиться. Слушай, а может возьмешь все-таки этот, как его, принтер, сканер, блядь, вот эту вот хуйню, проектор, вот. Напишешь на нем здесь чисто и так спроецируешь. Кстати, реально, светодиодами. У меня убрано. У меня чисто. Отдай молоток, сними с Артура ёбаного, я ему пёзну разок на секунду. Слышишь, ну... Слушай, он начал эту хуйню. Но это справедливо. Тимур, напиши в чат, извинись перед Смурфиком, и тебя не будут банить. Напиши в чат, извини слово. А если я до тебя буду доебываться? Одолжить денег. О, начинается. А если я до тебя буду доебываться? А если я до тебя? Если я до вас обоих. А если я до вас обоих доебусь, что будет? Это слышишь? Короче, я смотрю, думаю, нормально, а потом открываю видео. Тут, короче, во-первых. Я сижу, смотрю на это говно, думаю. Фантазма, думаю, не, это не мой вариант. Это точно не про меня. Короче, не знаю, я хотел бы какое-нибудь такое освещение.
Но походу это очко полное. Впервые Amigos. Для меня испанский звучит не как язык страсти, а как язык каких-то втирал. Да. Язык телемагазина, потому что можно быстро базарить. Фантазмо, por favor. Мини-проектор. А что тут вообще такое? Если бы им Put реклама озвучил, я бы купил. На 240, они смеются, на 480. Братан, за 20 тысяч рублей вот это залупа на 480? Я понимаю. Тут тяжело все. Ладно, давайте на главную вернемся, там быстренько чекнем.